На встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и помощника президента России Игоря Левитина среди прочих обсуждались транспортные, транзитные, логистические вопросы в двусторонней и региональной плоскости. В том числе были затронуты вопросы, связанные с расширением возможностей транспортного коридора «Север-Юг» и Зангезурским коридором. Помимо этого, в Москве на встрече министров иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова также была поднята тема потенциала маршрута «Север-Юг». Глава МИД Азербайджан указал, что за 10 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами вырос примерно на 20% и превысил 3 миллиарда долларов. Сергей Лавров, говоря об ожиданиях рекордного товарооборота, указал, что Россия также заинтересована в том, чтобы всячески способствовать разблокировке транспортных связей на Южном Кавказе. Транспортные, транзитные и логистические вопросы в данный момент являются наиболее актуальными не только на региональном уровне. Расширение транзитных возможностей решает множество проблем с доставкой товаров на внешние рынки, в том числе европейские. Россия в условиях ограничений и санкций сильно заинтересована в развитии данных маршрутов. Данные маршруты позволяют диверсифицировать и расширить экспорт из России и импорт в Россию различных товаров. Азербайджан же от этого только выигрывает и получает экономические и политические дивиденды.